Находитесь на канале Виконста. Сегодня на обзоре у нас замечательная бюджетная недорогая катушка для фидерной и донной ловли. Купил ее я в магазине и сейчас проведу вам небольшой обзор. Катушка под названием Кайда КА4000. Катушка Байтранер, имеет 6 плюс 1 подшипник. И сейчас я вам ее покажу, а точнее сделаю распаковку, посмотрим, что у нас здесь внутри. Техническая модель катушки в разрезе. Далее у нас идет вот такая вот интересная сумочка с торговой маркой Кайда. Дополнительная пластиковая шпуля и сама катушка. Первое, что бросается в глаза, это на каждой катушке новой у нас складывающаяся ручка. Ну и соответственно, давайте закрепим ручку на катушке. И сейчас я вам покажу, какие у нее люфты, есть ли они вообще здесь. Все, ручку мы закрутили. И вот у нас она вот так вот работает. Что касается сборки, как я говорил ранее, шпуля у нас цельнометаллическая, очень хорошо будет влиять на заброс и скидывание лески, а точнее для того, чтобы вы могли дальше кидать свою оснастку. Также имеется байтранер, то есть вы можете спокойно отходить и включать байтранер, использовать для того, что если у вас клюнет очень большая крупная рыба, то она не сдернет удочку, а потихонечку будет у вас отматываться на этой шпуле леска, и рыба будет уходить куда ей нужно. Что касается самого корпуса. Корпус произведен, не знаю, с металла или нет, но пластик это не точно. Может быть смесь металла с пластиком, но шпуля точно металлическая. Люфты, ручка практически, а нет, все равно немного люфт есть. Ну, это бюджетная недорогая катушка, поэтому все это допускается, но главное, чтобы у вас в порядке были и работали подшипники. Второе, что вместительность шпули. Здесь стоит 4000-ная, 0,30 175 метров. В данном случае 0,35 леску я буду использовать. Намотал я 130 метров. То есть у меня прикупил тоже дополнительно себе вот такой вот интересную леску, 1 километр с разрывной нагрузкой до 14,9 килограмм. Венгерская хорошая лесочка, не перетирается и очень прикольная на ощупь. Но я думаю, отработает она себя нормально. Сейчас я вам покажу пример, как наматывает уже на готовой катушке. То есть вот эту катушку я не трогал, не наматывал, а здесь уже намотка. Есть. Смотрите, как намоталась леска на шпулю. Ну, есть, конечно, небольшие различия по высоте, но а так внешне я считаю, что довольно-таки неплохо. Также забыл упомянуть, здесь передаточное число 5 к 2 и к 1. Ну, посмотрим, как она будет отрабатывать сезон. Очень хорошо использовать дополнительный фиксатор для того, чтобы не менять дистанцию ловли. То есть вы заклипсовались и в одно и то же самое место можете постоянно кидать, только в левую и правую сторону вам нужно уже будет регулировать самой удочкой. Так что вот такая вот у меня получилась интересная катушечка. Кому понравился этот видеообзор, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.
Но в конце этого видео я вам вставлю, как наматывалась леска на эту шпулю и процесс сбора катушки, то есть как наматывалась леска, какие ее узлы делал, то сейчас вы увидите это все на своих экранах. Чтобы зафиксировать петлю в этом основании, мы берем и здесь делаем узел под названием восьмерка. То есть я вам всем рекомендую поставить скорость воспроизведения этого видео на минимальное и посмотреть в медленном режиме, как этот узел делается. То есть берем, зажимаем эти два конца, делаем небольшую петлю. Теперь мы в маленькую петлю вставляем большую. И, соответственно, у нас затягивается этот узел, и он уже никуда не денется. То есть готовая петля. Ее можно использовать не только к привязке к катушке, но и в других целях, которые вам нужны. После этого обрезаем остаток лески, чтобы она нам не мешала. И у нас получилась готовая петля. После этого делаем удавку. Берем у основания большой петли, делаем вот такие вот несложные махинации. И здесь вот эту вот часть переводим на левую сторону. И получается у нас вот такая вот петля, где со временем мы можем ее затянуть. Далее берем большую петлю и накручиваем ее на саму бобину катушки. То есть делаем, в нашем случае у нас получится два оборота. И после этого удавку продеваем на кончик этой шпули и несложными движениями затягиваем это все дело. После этого у вас получается вот такая вот нехитрая завязка данной петли. Единственное, что получается небольшой узелок, но в процессе намотки он вам абсолютно мешать не будет, так как сверху него будет наматываться уже сама леска. Поэтому вот так вот у вас она будет идти дальше. Берем нашу шпулю и одеваем ее обратно на саму катушку. Предварительно нужно откинуть вот эту вот штучку. Не знаю, как она называется. Для чего это нужно? Чтобы вы продели леску в то место, где будет у вас наматываться сама леска. То есть, смотрите, вот, конечный результат у вас будет такой. Ну и, соответственно, будете крутить уже катушечкой, и леска у вас будет наматываться, как на данной катушке. Закручиваем наш передний фрикциончик. Ну, идем наматывать леску на нашу шпулю.
Для сравнения я взял свой предыдущий спиннинг, и здесь у меня катушка стоит Saga. Максимум дистанция ловли у меня составляла 25-30 метров. Соответственно, она не подходила по параметрам для дальности заброса по сравнению с этой катушкой. Разница на глаза. Поэтому видео даже можно сказать, что она практически в 2,5 раза больше, чем это. Ну и соответственно цена. Оптимальная дистанция ловли этими катушками составляет порядка 60-70 метров. Чтобы кидать на более дальние расстояния, соответственно, нужно уже увеличивать диаметр самой шпульки, а это до 5-6 тысяч. Немаловажно еще решает техника заброса самого спиннинга. Поэтому получилось у нас вот такие вот две хорошие катушки. Намотанные они 0,35 леской. Кому понравилось это видео, обязательно ставим пальцы вверх. Подписываемся на мой канал. Обязательно нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые в серии. Всем удачи! Пока-пока! С вами был Виконста.